говоря, что там Енисей абсолютно лидер по игре, играет в Манеже. Но это лучше, наверное, чем вот мы были, когда минус 17 было. Выходить играть на мороз, но, наверное, очень сложно. Ну, а то, что Енисей играет в Манеже, это и тот футбол, который прививает Оленичев. Наверное, все-таки Енисею, конечно, попроще дома играть. Именно в такой футбол. Абсолютно правы. И очень сложно против них противостоять. И вот Балтика в последнем туре, конечно, в концовке совершила маленькое чудо. Забив гол, Кобелко хороший очень вырвал очки. Но я думаю, что Енисей не в Манеже бы оставался лидером, хотя и не терпит сослагательных наклонений футбол. Но именно вот в манежном футболе с ними соревноваться очень сложно. Посмотрим, что пишет.